знаешь, все, что тебе нужно знать, было открыто радиовышкой. Лавки, приключения, остров зовет тебя. И, как ты, Джейсон, торговцы не местные. Они используют радиовышки в работе. Они дадут тебе оружие за каждую свободную вышку. Воин охотится. Так издавна заведено. Вот карта. Выбери угодья. Доверяй инстинктам. Общество научило проигрывать. Не природа. Здесь. Так, чтобы спасти друзей, нужно познать джунгли. Шкура зверя позволит тебе нести много снаряжения и оружия. Растения позволят создавать действенные лекарства, которые лечат и обостряют чувства. Иди. Вернешься ко мне, когда преуспеешь в джунглях. Окей. Так. Деннис Роджерс. Окей, так, идем. Вау, какая машинка. Так, трусы, что? Понятно. Сейчас прыгнуть. Ну, чем-то начал. Так, вот тут он. Где он? Это на дереве, что ли? Да нет. Странно, а тут? И тут тоже нет? Так, ну ладно, поеду-ка я дальше. Потом я тут разберусь. Растений и животных. Но каких? Так, красные листы. Окей. Красный лист. Красный лист есть. Цветок. Сейчас будет. Попался. Ай. Бяка. Так, где синий лист? О, почти. Ну, не синий, голубой. Чё, хватишь? Ай-яй-яй-яй. Остался только еще один кабанчик. Кабанчик, так, тихо, тихо. А, пофиг. Готов. Так, так,
Чё, кто не знает, то что, как быстро переместиться, нажимайте просто по такому значку, вот, желтому, два раза, левой кнопкой мыши, и вы переместитесь сюда. Это так называют, кто не знает. Это может пригодиться. Так, зайти в магазин, может быть? Кстати, писать, например, такой припас на эти же самые винтовки. Давайте. Стиджены бесплатно. Вау. Ладно, давайте тогда возьмем ее сюда. Это как открыть? Никак на изменить. Так, сколько у меня денег? Коллиматорный прицел. Давайте возьмем коллиматорный прицел. Оба. Оба. Включай радиовышки. Если не включишь, я не смогу заказать снаряжение из дальних деревень. А там, поверь, есть первоклассная снаряга для тебя. Да-да-да, ты уже это говорил. Ох, пистолетик получше. Пистолетик. Целый автомат. Опа, привет, дружба. Деннис, растения и животные у меня. Класс! Подчини природу своей воле. Я научу. Так, что создание предмета? Теперь используй растения и приготовь снадобье. А, вот. Изготовить. Да, жесть. Ты можешь найти более сильные растения в лесах. При удаче. Теперь используй шкуры убитых животных, чтобы нести больше вещей. Прикольно. Ремесло поможет носить больше оружия, денег, трофеев и снадобий. Да. Вау. И еще татау на руке. Знак того, что ты особенный. Что у тебя душа воина. Кью, а. Ты отправился по пути. Я покажу тебе, как добавлять их. Каждая татау означает навык. Так, а что? Ты можешь выбирать навыки в трех разных областях. Теперь я научу тебя захвату. Готово. Когда с каждым навыком ты станешь сильнее, татау вырастет. Выбирай. Это качество видео не очень. Так, ладно, что еще можно сделать? Можно еще сделать бомбист. Острый ветер. Я лучше возьму бомбист. Хорошо, Джейсон. Все. Так, давай. Татау! О? Так, кто это? Эй, Филиппе! Мы едем к аванпосту возле Аманаки. С нами американка. Приходи к нам! Что за черт? Лиза! О, черт! Нужно ее освободить. Иди, следом. О, автомат. Мощь. Что за аванпост, куда забрали Лизу? Аванпосты крепости на острове Рук. Пираты Васа из них контролируют окрестности. Значит, будем драться. Да, и не зря. Спасая твою подругу, мы убьем двух свиней одним камнем. Мы воюем с Васом. Отнятый у пиратов аванпост — это ключ к возвращению острова. Ракет получит новую точку. Местность станет безопаснее. Все смогут путешествовать быстрее. Ты получишь возможность улучшить свои навыки воина. Кто в грузовике? Воин-ракет. Те ракет, что живут в сердце острова. Татау даст им доверие. Слушай, я очень ценю твою помощь, но мне нужно спасти Лизу и друзей. И брата. Только так их можно спасти. Ты бежал из рабства. Ты выжил? Пора драться. Мы все одинаковы, Джейсон. Отличаются те, кто не действует. И это разница. Ладно, приступим. Как и ты, я когда-то был чужаком. Ты не одинок, друг. Мы дождемся тебя, чтобы атаковать. Привет. Джейсон, ты не сдал тебе татау. Теперь ты должен драться. Ты можешь напасть быстро, снять их на расстоянии или подкрасться. Выбирай сам. Окей, ты с чем тут? Так. Что-то какие-то однообразные. Чего у вас все ХК? Я не могу, конечно, придираться.
Я иду. Здесь нет. Аванпост рядом с Аманаки атакован. Наша американка где? Пропала? Что? Она сбежала на запад этого сраного острова. Расскажу, когда доберемся. Она сбежала. Джейсон, ты достоин носить татау? Достоин идти по пути воина. Мы нашли твоего друга в доме колониста. Доктор Эрхард на западе. А, не бойся, там безопасно. Доктор тебя ждет. На западе? А он не сказал кого? Нет, но мы будем искать дальше остальных. Узнаем еще, что вызову тебя. Не унывай, Джейсон. Ты понравился племени. Ой, куда это я так... Так, что дальше-то? А вот. Туда, куда нужно пойти. Ну, все понятно.